Всем привет, с вами Вован, вы на канале Сантис и Вован, и сегодня я покажу вам то, что я приобрел на Авито. Я решил сначала записать видео про обновки с Авито, потом сниму видео про обновки из гаража, точнее модели, которые я нашел в гараже. Они там лежали, лет, наверное, 7, я их еще клал туда, наверное, очень давно, короче. И сейчас я вам покажу, что я приобрел на Авито. Я на Авито покупал только один раз. И я заказывал себе Mercedes W140 S600 кабанки от китайского производителя мини-авто. И он был в масштабе 1:32. В итоге я посмотрел отзывы. Отзывы были положительные. Вот. Я перевел деньги. И что вы думаете? Меня, разумеется, кинули. Короче, не пришел мне никакой кабан. И я потерял 1000 рублей. И вот я у себя в городе нашел объявление. В своем городе по поводу продажи 73 автомобилей в масштабе 1:36 и 1:32 и даже 1:43. Но к тому времени, когда я позвонил, потому что через 2 недели позвонил, продано было уже 17 моделей, и я купил 56 моделей на Авито. И наконец-то я могу показать, что я приобрел модели в очень хорошем состоянии. Самое что главное, они редкие, их уже точно не выпускают, они уже, так сказать, давно выпускались, и наконец-то сейчас мы на них посмотрим, они очень редкие. Начинаем. Первая модель — это вот такой вот фургончик полицейский в масштабе примерно 1:34. Ноунеймовский производитель, наверное, машинка сделана в 90-х. Вот немножко тут кривая рамка оконная. Вот такая вот классная тачка, полицейский фургончик. Вот так вот у него прикольно отъезжает дверь. И вот там у нас все вот так по салончику. Производитель No Name. Вот. Вот такой вот фургон. Это первая модель. Следующая модель — это вот такой вот Ford F-150. Тоже от ноунеймского производителя. Вот он. Вот такой вот прикольный Ford в масштабе 1:36. Открываются двери. Вот так все по салончику. Очень прикольно выглядит. Вот тут багажник тоже открывается. Такой даже немножко Bigfoot Ford. Вот, очень прикольно выглядит. Просто отличное дополнение в коллекцию. Следующая модель — это... Ой, это Ford Thunderbird от старого Welly. И обратите внимание, как закрывается капот. Да, я уже сказал, что открывается капот. Вот такой замечательный Ford, у которого, между прочим, вот что значит старая Welly. Рабочая подвеска. Это вообще, можно сказать, самые первые модели Welly, потому что у них даже еще тогда не было широких колес, у них еще были вот такие вот узенькие, потом широкие, потом опять узенькие стали делать. Заметьте, какая проработка двигателя. Это, наверное, единицы, что в 36-м масштабе у Welly открывался капот. Вот так вот все, система сделана. Закрываем. Рабочая подвеска. Вот такой вот Ford Thunderbird, прекрасно сохранившийся, старая Welly. Он отлично дополнит мою коллекцию старого Welly. Вот, Welly. Заметьте еще, какой маленький артикул. Всего лишь 9014. А сейчас же там 40 тысяч и так далее. 1955 год. Ford Thunderbird. Модель 36 масштабе. Следующая модель — это замечательная Лада Калина Почта. Лада Калина Почта России. Такую уже не делают. Это делала раньше Автотайм. И вот заметьте, радиатор сделан отдельной деталью. И фары сделаны с дополнительной стекляшкой. А не как у той бирюзовой Калины, которую я вам показывал в серии в гараже с Вованом. Вот такая вот классная Лада Калина в масштабе 1:36. Очень прикольно сделанная. Почта России. Не работает инерционка. Но модель, в принципе, очень классная. Следующая модель — это, ребята, No Name. А, нет, не No Name. А, да, No Name. Вот такой вот No Name-овский фургончик. Не знаю, честно, как его называется. Как он называется. Вот такой вот фургончик. Из минусов у него треснул диск. И он в любой момент может отвалиться. Масштаб примерно 1:36. Вот такой вот фиолетовый фургончик. У него открывается задняя дверь. И вот так там все внутри. Вот так. Написано. Made in China. Pass Astm F963. Safety Requirement. Вот такой вот очень классный фургончик.
сделанный в 90-х, скорее всего, моделька. Вот такой вот классный фургон. Отличное дополнение в коллекцию моделек, таких вот уже довольно-таки старых. В принципе, все такие. Очень редкий автомобиль Chevrolet Suburban Suburban от Velli. Именно почему редкий? Потому что он полиция. Я таких вообще никогда в жизни не видел. Это очень крутой Chevrolet Suburban. Максимально классно сделан. Из минусов у него отсутствует задний бампер. Но так-то он вообще в хорошем состоянии. Вот такие у него мигалки. Это очень классно, что они присутствуют. Вот такой вот классный Chevrolet Suburban. Чисто американская полиция. Очень круто выглядит. Вот. Вообще модели просто на славу, конечно. Прям здорово. Итак, едем дальше. Следующее — это саннисайдовский автомобиль, один из первых, потому что маленький артикул и даже не называется никак модель, просто вот такая вот модель, вот нет названия, я не знаю, что это за модель. В общем, вот такая вот классная моделька, сделана очень прикольно. Тут у нас Pioneer Cleaners and Dyers, вот такой вот утюг прикольно нарисован, и телефон. Там у нас вот так вот все внутри, огромный руль такой. Вообще классная модель. Такие вот ретро-диски с вайтволами. В общем, вот такая прикольная модель. Очень классно смотрится. Масштаб 1:32. Следующая модель — это... О, это BMW старенькая. Старенькая BMW от ноунеймовского производителя. Написано модель, что это модель BMW, сделана в 1936 году. Вот, BMW, вот такая вот классная. Сама модель сделана не знаю в каком году, а сам автомобиль в 1936, наверное. Но, вроде да. Вот такая классная бэха. Очень прикольно выглядит. В масштабе 1:36. Чисто колесами похожи на Velli. Вот. Но это не Velli. Может, подделка под Velli вообще. Вот такая классная бэха. Следующий автомобиль — это... Вот такой вот замечательный, тоже старенький достаточно автомобильчик. Я только что понял, что у меня точно такой же есть от Hot Wheels. Вот, это автомобиль называется Yat, это от фирмы Yatming. От фирмы Yatming, не было у меня этой модели от этой фирмы. Вот такая вот классная модель, я попозже покажу ее от Hot Wheels. Но сам факт, она максимально классно сделана. Очень четко прям выглядит. Масштаб 1:36. Вот такая вот классная тачка. Следующая модель — это, ребята... О, это вообще машина, про которую ни разу в жизни до сегодняшнего дня не слышал. Ford F-650. Вот такой вот классный Ford F-650. Я такой никогда не видел. Это Atkins Marta. Скорее всего, очень старенький, но отлично проработанный Ford. Просто вот смотрите на эту проработку. Она же просто крутая. Вот так вот это все. Это тягач, я так понял. Очень круто выглядит Ford F-650. Написано масштаб 1:54. Вот. Ford F-650 Super Cruiser. Вот такой классный Ford. Очень прям прикольно сделан. От KingSmart. Это отличное дополнение в коллекцию KingSmart. Следующее просто... Я очень рад, что эта находка у меня есть. У меня был такой в детстве. Он мне достался от родственников. От брата. Он мне достался голубого цвета и без вот этой вот крышки. Он был кабриолет. Смотрите, насколько он крутой. Я честно в детстве думал, что это Honda. Но это первый гольф от ноунеймского производителя. Он в идеальном просто состоянии. Вот сейчас крышу я сломал. Сейчас я все обратно установлю. Блин. Нет. Блин. Я взял и сломал вот эту штуку случайно у крыши. Пластик уже старенький и очень легко ломается. Ну, короче, вот так вот выглядит этот первый гольф. Просто классная модель. Чисто вот вообще отлично сделано. Очень прям мне нравится этот гольф. Чисто крутой гольф. Или это второй гольф, подождите. А, это второй гольф, извиняюсь. Это второй гольф, у него тут 4 фары. Слушайте, но он все равно максимально классно сделан. Хоть он первый, хоть он второй. Одним словом, модель сделана просто отлично. Следующая модель, кстати, масштаб у него 1:36. Следующая модель — это Lotus Elise от ноунеймовского производителя. Вот такой вот замечательный Lotus Elise, похожий на нью-рейвский производитель, но, увы, он отсутствует. Это Lotus Elise.
Вот такой классный цвет. Даже немножко джип. Такой высокенький достаточно. Очень красивый цвет. Очень хорошо сохранилась эта модель. Почему-то она праворульная. Хотя я не знаю, это Lotus. Это какая страна производитель-то? Отлично ездит. Отлично выглядит. Что еще нужно? Масштаб 1:36. Следующая модель. Это, ребята, замечательный фургончик. Семейный фургончик просто. Ноунеймовский производитель. Машинка сделана, ну понятно, что давно очень. Потому что это все, в принципе, тачки сделаны давно. Вот он, ребят, какой. Это замечательный фургончик желтого цвета. Не знаю, что из-за тачки. Похоже на Toyota, на какую-то старенькую. Вот так у него приборная панель с углублением очень жестким сделана. Вот прям вот очень жесткое углубление. Максимально классно выглядит этот фургон. Вот такие вот зеркальные фары. Сзади вот такие вот длинные фары на всю крышку багажника. Вот такое вот окно, там какие-то вообще какие-то провода, какие-то резинки вообще непонятно. А это проволока там. Не знаю, что там делает. Но сам факт, максимально классно сделан этот фургон. Просто отличный фургон. Отправляется в коллекцию. Масштаб 1:36. Следующий опять у нас фургон. Кстати, написано, смотрите, как классно написано. Scale 1:35. Вот такой классный. Это надпись классная. Следующее, это просто опять фургон. У меня благодаря... В этой покупке, короче, максимально много было фургонов. У меня вообще никогда столько минивенчиков не было, таких фургончиков. Вот он, ребят. Этот очень крутой фургон, похожий на Ford. В принципе, я так и думаю, что это Ford. От ноунеймовского производителя. Но максимально классно выглядящий. И прикольно вообще, у него даже задняя дверь открывается, офигеть. Вот такой классный фургон. Вот так у нас все спереди, приборная панель. Вот такой вот классный фургончик, масштабе 1:36. Инерционочка, все как надо, очень четко сделал. Следующая модель, это, ребята, максимально редкая модель, потому что я даже не знаю, где она сделана. Но, скорее всего, она перевезена из какой-нибудь другой страны, потому что... Это Cadillac Eldorado. Но почему он привезен с другой стороны? Потому что он сделан не в Китае, а в Таиланде. Вполне возможно, что это местные их игрушки такие, местные модельки. Вот такой классный, очень хорошо сохранившийся Cadillac Eldorado. Максимально редкий, максимально классный и максимально четкий. Я его отправляю, конечно же, в коллекцию 36 масштаба, в принципе, как и все эти модели. Но некоторые к 43-м пойдут. Вот такие вот классные автомобили у меня теперь есть. Открываются двери очень четко. Продолжаем. Следующее, это максимально классный Mitsubishi Pajero Exit от фирмы Saico. Производитель Saico, масштаб 1:34. Вот такой вот классный Pajero, просто офигенный. Просто офигенный. Вот просто смотрите, он в идеальном состоянии. У него отличные фары. Mitsubishi Pajero. Вот, у него открывается... Не открывается задняя дверь. Но это не важно, потому что у нас открывается дверь. Это тоже очень хорошо. Вот какая классная приборная панель с углублениями для приборов. Но еще, что одно из самых крутых, у него открывается капот. И под капот у нас вот такое вот двигло. Вот такой классный Mitsubishi Pajero у меня теперь тоже есть. Отправляется, конечно же, в коллекцию. Следующая модель, и это очень редкий автомобиль, тоже от фирмы Saico. 1998 Chevrolet S10. Chevrolet S10. Вот такой вот классный шевролешка. Я даже не знал про существование такого пикапа. Chevrolet S10 максимально классно сделан, с очень прикольными дисками. Вот с такой вот красивой мордой, мордахой. Чем-то мне напоминает Нива Chevrolet. Очень классный, приятный цвет. Очень хорошо сохранила своя модель. Вот только тут треснула резина, уже пошла трескаться. Ну, старенькая уже достаточно модель. Chevrolet S10. Вот и надпись Chevrolet. Открывается у нас, понятно, здесь кузов, дверки. Вот такой классный сайковский Chevrolet. Следующая модель, это Toyota Land Cruiser 80 от ноунеймовского производителя. Вот такой вот классный крузак 80-ка с кенгурятником, с очень жестким, с одним рейлингом, с лестницей. Вот такой в оффроудном стиле автомобиль, вот с такими вот огромными колесами. Вот так у нас все по салончику. Старенький, пыльненький уже весь, фу.
аж пыльненький. Смотрите, аж пыль разлетается, вообще жесть. Насколько же она старенькая. Вот такой классный ноунеймовский крузак у меня теперь тоже есть. Следующая, кстати, масштаб 1:36. Следующая модель это в коллекцию старого Велли. Volkswagen Golf 4. Уже второй у меня в коллекции, только уже синего цвета. У меня теперь есть зеленый, у меня еще есть, точнее у меня был зеленый, теперь еще есть вот такой вот синий. Очень классный Golf, максимально классно сделан. Golf GTI. Приборная панель, все как надо. Единственное, вот только царапинка на крыше, точнее на капоте, это не очень красиво выглядит, но это ничего страшного, это легко убрать. Вот такой классный Golf у меня теперь тоже есть. Масштаб 1:36, старая Велли с широкими колесами отправляется ко мне в коллекцию. Следующая модель это вот такой вот Peugeot 206 GTI от фирмы New Ray. Вот такое вот классное Peugeot, которое отлично сохранилось, которое прикольно выглядит, с красивым цветом, с проваливающейся внутрь фарой, с шильдиком Peugeot красивым, с вот таким вот салончиком, отправляется ко мне в коллекцию. И смотрите, это New Ray 2002 год, это меня еще не было, блин, а он уже был, и он до сих пор сохранился. Вот такой вот классный Peugeot 206 у меня теперь есть. Следующая модель это Audi A2. От Kingsmart, черного цвета в масштабе 1:36. Очень классно сделана кингсмартовская аудюшка. Вот так вот она прикольно сделана. В идеальном состоянии. У меня такая была в детстве, только зеленая. Такие прикольные. Проработка очень хорошая, как обычно от Kingsmart. Классная Audi, что сказать. Отправляется ко мне в коллекцию. 1.4. Audi A2 1.4. Следующая модель, и это Ford Mustang от старого Велли. Отправились ко мне в коллекцию старого Велли. Прямо очень старая Велли, наверное, еще со времен тогда, когда они E36 BMW делали, кстати, которую я до сих пор ищу. Никак ее пока что не найду. Если у кого есть BMW E36 от Велли, вы можете ставить 1:36 и пишите. Вот такая вот. Пишите в комментарии под видео, я посмотрю и напишу вам. Вот такая вот классная модель, у которой откидываются сиденья, между прочим, смотрите. Открывается багажник. Просто круто. Вот такие вот классные катки. Очень старая Велли, Ford Mustang. Match 3. А, Match 111. Вот. Велли. Вот. Классный Mustang. Масштаб 1:36. Следующая модель, ноунеймовская, но красивая. Это у нас, знаете кто? Это у нас Volkswagen Land Cruiser. Toyota Land Cruiser 80. Вот такой вот 80-й крузак у меня теперь есть. Написано Mini Cruiser. Вот такой вот реальный масштаб 1:43. Очень мелкий чувак, но классно выглядит. Хорошая проработка фар. Ничего не открывается. No name. Но выглядит прикольно. Следующая модель это... О, это... Неизвестная модель лично мне. Похоже вообще на Рено какую-то или на Део Матис. Короче, вот такая вот тачка от ноунеймовского производителя. На колесах от модели Sunnyside, как будто бы у меня потому что есть Sunnyside-овская модель вот на таких колесах. Ноунеймик вот такой прикольный, масштабе 1:36. С огромными передними фарами. Что это за модель? Вот кто знает? Не знаю. Вот так вот выглядит все внутри. Максимально классно сделана эта модель. City Car. Вот, у меня был такой в масштабе 1:43. Следующая модель, это Chevrolet Caprice. Один из моих, точнее, наверное, моя любимая Chevrolet. Я обожаю Chevrolet Caprice. И причем модель тоже, скорее всего, привезенная из какой-то стороны, потому что скорая помощь написана не ambulance, не скорая помощь, а notarst. Вот так. Вот такая классная Chevrolet Caprice. Chevrolet-шка. У меня теперь есть. Очень прикольно сделано. Вот такая вот скорая помощь. No name. Прикольные такие колеса. Она даже дрифтит немножко. Ой, кизевола Мустанг получилось. Но, к счастью, все нормально. Вот такой вот классный Chevrolet Caprice у меня теперь тоже есть. Следующая модель, ребят. Вы знаете, что это такое?
Ой, у меня батарейка мигает, я надеюсь, что мы успеем видео записать. Если что, извините. Будет другой дубль, наверное. И это Alfa Romeo 156. Ребята, это вообще раритет. Это, наверное, одна из самых первых несмартовских моделей, потому что я даже не видел такую никогда. Вот такая 156-я Alfa Romeo. У них даже еще проработки точно... Проработки-то хорошей даже не было. Вот такой классный 156-я Alfa. У меня в коллекции теперь есть зеленого цвета. И заметьте, нет детализации ручек задних дверей. Это тоже прикольно выглядит. Такой вот брак, можно сказать. Но очень классно выглядит это Alfa Romeo в 36 масштабе. Следующая модель это BMW Z1 от новнеймского производителя. Вот такая вот бэха. Желтого цвета, но таких необычных колесиках. Может быть кабриолетом. Точнее, это есть кабриолет. Вот. Такая классная тачка. На инерционке. Двери открываются. У настоящей машины не заезжает вниз. Вот такая вот классная бэшка. С такой маленькой решеточкой смешной. Следующая модель это No Name, но это Jaguar. Это я знаю. Или это не Jaguar, это... Ну, короче, какая-то модель, честно, не знаю. Но похоже на Jaguar. Это, я так понял, одна из самых первых моделей фирмы Sunnyside. Еще даже не написано, как она называется. Вот такие вот классные колесики. Очень прикольно сделана эта модель. Sunnyside-овский автомобиль. Очень редкий. Очень классный. Очень четкий. Вот так вот все в салончике. Следующая модель, это, можно сказать, тоже старая Велли. Точно не новая, потому что таких не продают. Даже, наверное, еще до широких колес было сделано. Это Volkswagen Lupo. Никогда такой в продаже не видел. Но вот такой прикольный сиреневый Volkswagen. Вот такой вот очень классный. Такой коротыш, можно сказать. Коротенький. Вот с такой вот салончиком. Вот с таким. Выглядит максимально четко. Просто класс. Следующая модель это у нас Toyota Celica от Kingsmart. Вот такая Toyota Celica. В масштабе 1.36. С хорошей проработкой салона. Вот такая вот и фар хорошей проработкой имеется. Такая вот черная Toyota Celica. Следующая модель это Jaguar, между прочим. Jaguar, сейчас скажу, как называется. XK8 от New Ray. Между прочим, New Ray 1999 год. Это масштаб 1.32. Вот такой классный Jaguar. Просто в идеальнейшем состоянии. Просто посмотрите. Дает классный проработка салона с очень сильными углублениями для спидометра, с колодцами. Но, в принципе, спортивная тачка. Очень классно выглядит. Отправляется ко мне в коллекцию. Следующая модель это Jaguar, тоже Jaguar. Jaguar S-Type от Velli, от старого Velli. В идеальном состоянии. Вот такой вот красивый, такой голубоватый цвет. И он отправляется ко мне в коллекцию старого Velli. Потому что он максимально классно сделан. И это старая Velli. Следующая модель Toyota RAV4. Всегда хотел Toyota RAV4 от Kingsmart, но что-то никак не покупал. В итоге вот наконец-то приобрел. Вот такая классная зеленая Toyota RAV4. Открываем вот салончик, так очень хорошо проработан, как обычно. Вот такой вот интересный ручничок вот тут вот. Вот такая классная Toyota RAV4. Максимально классно сделано. Следующая модель, это, ребята, модель от фирмы Carorama. И это самая разбитая модель в этой компании. У нее потому что был удар на стойку, и вот на стекле такая хрень образовалась от колеса модели. Потому что резина разъедает пластик. Стекла, точнее. Вот такой вот классный Renault RX4 от Carorama в масштабе 1:43. Просто максимально детально сделанный. Renault RX4. Круто. Следующая модель просто раритетнейший. Ford Thunderbird. В масштабе 1:32. New Ray 98 год. Вот такой классный автомобильчик у меня в коллекции теперь есть. Очень прикольно выглядит, просто максимально классно. Чисто крутая тачка. Вот, 32 масштаб. Прям чистого, прям вот жесть. Следующая тачка, это просто гелик от фирмы Hongwell. Вот такой вот гелик от Carorama Hongwell. Синего цвета, 43 масштаба. С блестками на колесах. Прикольно сделан. Вот такой вот гелендос.
Следующая модель, и это 11-я. 11-я инкассация с надписью «Банк». Вот такая инкассация в масштабе 1.36 от «Автотайма». Просто классно сделана 11-я. Это довольно-таки редкая машина, потому что сейчас уже не продают. Старая «Вэлли». Кадиллак Эльдорадо от старого «Вэлли», у которого еще вот такие вот колеса. Просто «Вэлли». Надпись. И у него открывается капот. Вот такое у нас двигло под капотом в цвет кузова. Такой вот классный кадиллачок. У меня теперь есть. Написано «Флэш». Просто четкая тачка. Следующая тачка — это Honda S2000 Cactus Sanchez. Немножко другая, от New Ray. 2000 год, между прочим. Honda S2000 сделана в 2000 году. Классная модель. В масштабе 1.32 с красными ковшами. Вот такая классная Honda. Просто максимально классно сделанная. С такими вот прикольными дисками. Honda S2000. Следующая модель — это Dodge Power Wagon. Который еще, смотрите, ценничок. Просто 100 рублей. Когда это было куплено, ребята, 100 рублей. Когда найти, где вот можно найти Kingsmart от 100 рублей. Когда это было? Kingsmart за 100 рублей. Вот это вот настоящий раритет. И очень классно выглядит. Вот такой вот Dodge Power Wagon. С очень крутыми расширениями. Ford F-150 пикап от Вэлли в масштабе 1.32. Вот такой вот крутой F-150 Ford белого цвета. Вот написано 4x4 Sport. То вот классный F-150. Просто максимально классно сделанный автомобиль. Следующая модель, которая меня просто порадовала, это Opel Omega от фирмы Teens Toys. Вот такая вот классная Opel Omega в масштабе 1.36. И вот вам ничего не напоминает она по форме? Вообще по морде, там, по жопе? Мне напоминает она Ebisu Pissima из Bimonji Drive. Такая вот классная проработка салона, просто обалденная. Такая вот классная, очень редкая модель Opel Omega от фирмы Teens Toys. Этой фирмы тоже уже нет. Самое начало Вэлли. Chevrolet Caprice. Chevrolet Caprice. Очень редкая модель. В идеальном состоянии. Открывается багажник. Полиция. Просто американская полиция. Chevrolet Caprice от Вэлли теперь у меня есть. State Police. Вот такая вот четкая тачка. Если, кстати, вдруг фотик выключится, и я не успею дорассказать про все, будет две части. Вот такой вот Chevrolet Caprice отправится ко мне в коллекцию старого Вэлли. Но это просто Jeep Wrangler Rubicon, коротыш. Полицейский, ноунеймовский производитель. Вот такой вот мелкий пацан. Вот такой вот огромной запаской и канистрой. Очень красивый Ford пикап. 1.36 масштаб. Вот такой вот классный. От Маиста, между прочим, фирма Маиста. Очень классно сделанный. Даже с сеном в кузове. Вот так вот все по салончику. Ford. Классно, классно, очень классно. Бьюик, между прочим, Бьюик от самого старого... А, это не от самого старого, это просто ноунеймовский производитель, но он очень похож на Вэлли. Вот такой классный Бьюик. Сейчас скажу точно, как он называется. По-моему, Бьюик Сенчери. Да? Да, Бьюик Сенчери. Вот такой Бьюик Сенчери. Очень классно выглядит. Вот с такой вот жесткой просто жопой, с задним бампером, вот с такой вот огромной запаской. Максимально классно выглядит. Следующая модель, и вот мы уже, кстати, подходим к концу, это ноунеймовский грузован, который максимально классно выглядит, этот грузовичок. Золотой хром, можно сказать, там все вот так вот видно. И вот наверху у него вещи такие лежат, чисто на путешествие фургончик. Очередной минивэн от ноунеймовского производителя. Вот такой вот классный минивэнчик. Fire Depth, пожарный. Открываются дверки и крышка багажника. Ну, задняя дверь. Такой вот классный минивэн. Mitsubishi Pajero в масштабе 1.36 с открывающимся капотом, как я вам показывал давно очень. Вот, у меня есть такой коричневый, теперь вот еще есть такой старенький, прям как у меня в детстве был, зелененький. Только у меня был вот без наклеек. Вот такой вот классный Pajero, вот так у нас все по салончику. Вот так вот все под капоточкой. Откройся, пожалуйста. Ну, откройся, по-братски. Вот так. Все. Следующая модель — это Нива.
Нива инкассация. Просто, точнее, Нива ВАИ, извините, Нива ВАИ, масштаб 1:34, но это 1:36. Старый автотайм, просто вот такие еще старенькие колеса. Военная автоинспекция, нету задней фары. В принципе, это ее единственный минус. Такая крутая Нива. No Name, No Name ретро-кабриолет. Просто классная модель, ретро-кабриолет, прикольно сделан. Все. Следующие остатки. Осталось 5 моделей. Kentwich 1200. Kentwich 2000. Kentwich 2000. Вот такой классный от Kingsmart тягач Kentwich. Очень крутой тягач. Масштаб 1:36, но для тягачей, наверное, 1:43. Вот такой вот классный тягач. Вот, от Kingsmart. Просто максимально классно сделан. Так вот у нас все там по салончику. С проработочкой даже. Ой, там проработка. Там прям проработка. Вот такой там он даже спальник есть. Офигеть. Классный тягач. Следующая модель это Volkswagen Жук от Kingsmart. Просто зеленый жучок. Наверное, у него что-то на крыше было. Дырочки остались. С проработочкой. Kingsmart. Просто жук. Ноунеймовский Мерседес. Полиция. Очень классно выглядит. Полицейский Мерседес фургон. Вот с такими вот красными стеклами. Прикольно сделан. С такими прикольными фарами. Полицейский. No Name. 1:36. И осталось две тачки. Mitsubishi 3000 GT. New Ray. 99 год. Очень крутая Mitsuba. Просто максимально классная Mitsuba. Ребята, посмотрите, насколько она крутая. Это же офигенно. Вот такая вот Митсуба. Вот так все по салончику. Леворульная Митсуба. Должна быть праворульная. И последняя. Просто красота. Chevrolet Corvette 1999 года моделька. Chevrolet Corvette. Очень крутой Corvette красного цвета.